Виртуоз Дмитрий Коган приехал в больницу с концертом. Такой эксклюзивный подарок для людей в белых халатах. Вместе с камерным оркестром «Волга Филармоник» заслуженный артист России исполнил классические произведения и удивил медиков скрипкой Страдивари. Свое решение поменять зал филармонии на больничные стены музыкант объяснил тем, что последнюю неделю он провел в этих самых стенах. Что случилось, выяснила Нина Ванина. Звезды тоже иногда болеют. Напряженный график работы, бесконечные перелеты, недосыпание. Вот и Дмитрий Коган, как сам признается, сломался. Начиная с сентября он отыграл уже более 40 концертов. Ладно еще, что организм дал сбой в Самаре. Знаете, первый раз я вот лежал в больнице в жизни. Мне это казалось каким-то ужасом, кошмаром. Но я на самом деле получил огромное удовольствие. Такие замечательные люди, вот руководители, да, простых сестер, санитарок, мне так помогали. Мне было так приятно, просто можно сказать, до слез. Спасибо, Коган решил не сказать, а сыграть. Чтобы получилось звучнее, позвал камерный оркестр Самарской филармонии. Врачи на концерт пришли с удовольствием. Кто-то уже отработал смену, а кто-то взял дела с собой. Какую музыку вообще любите? Люблю, ну, Прокофьев, Рахманинов, панк, джаз. Симфоническая музыка, она же лечит, она помогает от выгорания и улучшает настроение. Поэтому в конце рабочей недели для наших всех сотрудников это очень важно. Камерная атмосфера совсем не та, что в большом зале филармонии. Концерт получился каким-то домашним. Скрипки Страдивари медики аплодировали отдельно. Вот бы все истории болезни заканчивались подобным образом. Нина Ванина, Александр Ерофеев, Новости губернии.